В примере 1 решает слон g4, и нельзя слон бьет на g4 из-за ферзь e8 шах, ферзь d8, конь e7 шах, и черные теряют ферзя. Пример 2. После ферзь b4 черные выигрывают коня. Пример 3. Ферзь f8 шах, король бьет на f8, конь e6 шах, король f7, конь бьет на d8 шах, ладья бьет на d8, и у белых лишнее качество. Пример 4. После ладья d8 белые не могут побить ферзя на e7 из-за мата, ладья бьет на d1 мат. Материальные потери для них неизбежны. g3, ладья бьет на d7, ладья бьет на d7, ферзь e8. Пример 5. Ферзь бьет на g2. Ферзь бьет на g2, ладья бьет на e2, ферзь бьет на c6, bc с проходной пешкой и качеством. Пример 6. f5, создавая угрозу коню h5. Конь бьет на f5, ферзь g4, g6, конь бьет на f5. Пример 7. Конь бьет на f6, шах. Слон бьет на f6, ферзь f4. Если слон покинет поле f6, черные получают мат на f7, поэтому они проигрывают фигуру. Пример 8. Hg шах. Ферзь бьет на g6, ладья f5. Пример 9. Ферзь a3 шах, король g8, слон бьет на h7 шах, выигрывая ферзя. Если после ферзь a3 шах, ферзь e7, слон c6, ферзь бьет на a3, ладья e8 мат. Пример 10. Ладья f на e8. Если ферзь f1, ферзь бьет на f2 шах, ферзь бьет на f2, ладья e1 мат. Поэтому тяжелые материальные потери для белых неизбежны.